Общероссийский хирургический форум 2018 проходил с 3 по 6 апреля в Москве. Это главное медицинское событие года было объединено с 21-м съездом Общества эндоскопических хирургов и 1-м съездом Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции. В работе Общероссийского форума приняли участие хирурги из Японии и из стран ближнего зарубежья. Программа форума выбрала в себя самые злободневные проблемы хирургии. Среди них вопросы абдоминальной, амбулаторной, гепатобилиарной, гнойно-септической, эндоваскулярной, лапароскопической и других хирургий. Обсуждались также вопросы правовой защиты, которые сегодня выходят на передний план работы хирурга за операционным столом. Как отметили организаторы, в программе форума нет случайных или малозначимых разделов и направлений. Так, в рамках форума были рассмотрены особенности и сложности организации оказания хирургической помощи в субъектах Российской Федерации, роль новых технологий в успешной диагностике и лечении хирургических заболеваний, а также стратегия развития амбулаторной хирургии в России, непрерывное медицинское образование и аккредитация хирургов – темы, важные для хирургов всех профилей. А наиболее острая дискуссия прошла при рассмотрении проекта документа «Профессиональный стандарт врач-хирург». Его предварительное обсуждение показало огромный интерес хирургического сообщества к качеству подготовки молодых специалистов в ВУЗе и ординатуре. Форум выработал консолидированное мнение по спорным вопросам.